Добрый вечер. Сегодня хочу рассказать о моих часах Casio DB-E30. DB это значит DT Bass. Они сохраняют 30 телефонных номеров. Оснащены солнечной батареей. Зарядка должна хватить примерно на полгода, если использовать один раз только в день включение света, и если будет включаться у них power save. То есть вот видите, вот здесь индикатор S. После 10 часов вечера, часы, когда находятся в темноте, в течение часа включается power save. Значит, экран гаснет, только мигает вот этот индикатор. Тем самым они сохраняют энергию. Ну, как только попадают на свет, или включается, на любую кнопочку нажимаете, то они активируются. Читал перед покупкой, читал я много об этих часах. Все писали, что рвется, вот эти ушки рвутся, они резиновые, и их нигде никак нельзя достать, приходится самим что-нибудь придумывать. Ну, часы у меня 3 месяца, пока ушки на месте, ничего не порвалось, как вы видите. Ну, может быть, со временем что-то порвется. Посмотрим. Также на форуме жаловались на солнечную батарею, что ее постоянно не хватает, особенно зимой. Ну, у нас сейчас зима. Пришли часы, когда мне, то они были на последнем издыхании, как говорится. У них вот здесь индикатор батареи был high, middle и low. Они были на low, самом последнем. Я их подзарядил на солнышке примерно где-то 3 часа, и после этого я их не заряжал. Ну, на руке что были, они вот хватает, наверное, зарядка им. Но сейчас постоянно в куртке, там, в свитере, часы мало видят солнечный свет, но батарейка никак не садится. Так, в часах 14 языков, также присутствует русский. Вот как вы можете видеть, что дни недели отображаются на русском. Если мы просто нажмем на эту кнопку, то увидим, что русский язык установлен сейчас у нас. Давайте посмотрим, что на главном экране у нас. Дни недели, индикатор батарейки, индикатор power save, это значит экономия энергии. Год у нас, число. Месяц, то есть, извиняюсь, число, часы, минуты, секунды. Вот здесь я снус, дополнительный будильник, 5 будильников и пикалка каждый час. Кнопки на часах нажимаются вполне хорошо. Я бы не жалуюсь на это. Один минус в том, что, допустим, если вот мы перейдем куда-нибудь и посмотрим вот что-нибудь, то если нажать еще раз, то они сразу переходят на главный экран. Давайте посмотрим функции часов. Ну, первое у нас идет мировое время. Вот здесь 21 город, по-моему, записан в этой функции. Дальше у нас идет записная книжка. Вот здесь можно записать имя. Тоже на русском. Это зависит от вашего выбранного языка. Если, допустим, английский, то английскими буквами будет работать. Все. Вот я просто записал здесь номер, чтобы показать вам. Дальше идет у нас будильник. Как я и говорил, 5 будильников. Здесь. Потом идет отчет времени. Отчет дней. Он как может считать и дни вперед, так и дни назад. Вот, допустим, 1 января 2001 года прошло всего 4719 дней.
их тоже 5. Вот этих вот этой функции тоже 5 у меня в этих часах. Дальше у нас идет секундомер, таймер. И опять возвращаемся на главный экран. Подсветка здесь великолепная. Ночью она очень хорошо светит, вот вы можете увидеть. Также присутствует автоматическая подсветка. Если доводите, появится индикатор. Если только подержат кнопку света, то появится индикатор. И вот как только часы опрокинутся на 40 градусов, то включается индикатор. Так, мы сейчас индикатор отключим, он нам не нужен. Ну и ладно с ним. Так, выбрал я часы, когда покупал с железным ремешком, так-то как-то он практичнее, мне кажется, все-таки. Часы водонепроницаемые. Я сам лично это проверил. После покупки первый же день забросил их на ночь с ведро с водой. Продержались они там до утра. Все превосходно работают после этого. Воду не пропускают. Купался я с ними тоже так для проверки. Тоже не пропустили воду. Очень доволен этими часами. Решил сделать обзор, так как хотел купить часы, не нашел я обзора на эти часы. Только на английском, благо хорошо то, что я знаю немного английский язык, мне это помогло. Ну, теперь будут обзоры на русском. Те, кто захочет купить, пожалуйста, вот могут посмотреть. Ну что могу сказать? Часы небольшие и не маленькие. Как можно одевать и под костюм, так и под спортивный стиль одежды можно одевать. Их они подойдут и под тот, и под тот стиль одежды. Большое спасибо за просмотр. Если понравился вам обзор, то жмите лайк.